Тюкалинском ледовом дворце завершились игры третьего зонального тура первенства Омской области по хоккею среди дворовых команд «Омские орлята». В течение трех дней команды из Калачинского, Любинского, Павлоградского, Одесского, Оконечниковского, Нижнеомского, Русскополянского и Нововаршавского районов состязались за путевки в финал. Можно развить свои навыки, поиграть с равными соперниками. В принципе, нравится. Второй год уже на него езжу. Ждали долго, думали, что в этом году его уже не будет, но в последний момент сказали, что 19 числа едем, играем. Отреагировали, конечно, с радостью, поехать, показать свои силы, побороться за как можно высокие места. В результате проведенных встреч в финал пробились дружины Нововаршавского и Калачинского районов. С 26 по 28 марта в Усть-Куле пройдут игры четвертого зонального тура. Финал состоится в апреле в Тюкалинске.